Всем привет, Рождество, 7 января, всех поздравляю. Вот я приехал в Анжунус, хотел сходить на рынок и на пляж, а оказалось, что пляж и рынок здесь совершенно рядом. Вот, я приехал сейчас на байке на рынок. Вот здесь вот такая небольшая парковка, людей там всех заворачивают парковаться. А сейчас мы пойдем на большую парковку. Вон там большая, там дальше уже начинается рынок. Все едут, идут. Вот смотрите, какое скопление, столпотворение байков, машин. Все сигналят, все едут, все хотят попасть. Представляете, какие в Индии дороги? Да. Здесь две машины не разъезжаются. Паркинг, паркинг! Вот он, паркинг, паркинг. Но всем по барабану. Мне нужен барабан. А вот люди. Все, парковка. Барабан, не нужен. Андрей! Да. Не забыл, да? Не забыл, вот это Али-Баба. Да. Я его не забыл. Привет, как дела? Вот, он обещал мне какой-то магазин показать. Да, я ему сказал потом. Потом. А он все равно пристал. Вот говорит, суп с котом. Это камера, да? Не, ноу, барабан. Это как? Не, камера. Камера. Хорошая камера. Русский. Не, лук. Нет, не нужен. Вот мой друг. Привет. Привет. Я себя помню. Откуда ты меня помнишь? Я здесь. Где? Здесь, потому что у тебя есть друзья, да? Какие друзья? Нет, ты не что? Друзья. Нет, ты меня с кем-то перепутала. Как тебя зовут? Меня Андрей зовут. Настя, очень приятно. Кто? Настя? Правда, Настя. Да ладно, покажи Настя. Паспорт. Какая ты же Настя? Это индийский Настя, ты что? Да. Правда, индийский Настя? Ты индийский Настя? Да. Не знаю. Это русский Настя есть. Русский тоже индийский? Русский тоже. Настя, Анастасия, полное имя. Да? Настя. Да. Может, потом посмотрим мой магазин, ладно? Привет. Нельзя никуда смотреть. Я просто пришел, луки. Вот, ты что, смотри. Ничего не покупаешь? Нет, ничего не покупаю. Почему? Бедный, нищий я. Подарок дома. Да. Возьми подарок. А? Возьми подарок дома. Какой мама, подарок? Жена. Да. Хороший подарок. Хороший. Да. Какая неземная? Вот тут, короче, идем по какому-то центральному ряду. Это что? Это камера? Все. Это? Да? А? Это фотка? Фотка. Андрей, можно мне? Ладно, смотри, хорошую. Да, смотрю. Куда? Везде. Что он мне обещал показать? Ой, Майк. Здорово, кушмир. Май френд. Да. Куда? 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 Куда-то? Куда? Куда? Смотри. О, тут что-то уже людей нет у вас. Фотоаппарат аккуратно, да? Давай обмен. Какой обмен? No. Это что такое? А что это у тебя тут? Все женское. Не проблем. Рубашки. О. Это good luck. Good luck. Ты посмотри.
Да что, она плохая, это все какое-то... Ты что, плохо, ну, да конечно, плохо. Смотри. Не. Индийский, удачу. Окей, иди сюда. Не, это несерьезно. Покрывал? Да, зачем покрывал? Мне вчера такой покрывал продавали за 200 рупий. Как? 200 рупий это такой. Это комплект, друг, я такой. Ага, не знаю. 200 рупий? Давай да. Такой. Да, скидка. Не, ну а куда мне покрывало? Давай, лето, зачем? Лето, а покрывало. Футболка сколько стоит? Какой тебе? Какой? Ну просто сколько, how much? 400-350. Да ты чё, есть 100 рублей цена, 100 этих рупий. Как и 100 рублей, друг? Конечно, 100 рупий. Мне вчера, я вчера купил за 100 рупий футболку. Мне 200. На баге продавала девчонка. 200 за одну. Нет, 200 за одну мало. 200 как за две нормально. Нет, 202 какой это? Не. Ну, я к тебе потом зайду. Дай 150, давай. Не. 150? Нет. Хорошо, гула. О, бич. Вот такую куплю за 100, две штуки за 200 этих. Это не купил, друг, это меня не купил. Ну и ладно, тогда я к тебе позже тогда зайду. Давай одну за 200. Да ну ты чё, одну за 200. Их 4, 3 можно купить за 200, если хорошо поторговаться. Так вот, что ж ты думал? Ты другой? Да. Дай 150. Не. 150. Мне тут не нравится, вон та вон эта племянница хотел купить. 150, это. Одну. Нет, это дорого 150, ты чё? Нет. Зачем ты приехала? Я зачем? Мне нужно, просто ты очень дорого продаешь. Вот смотри, мне кукла. Я тут прикупил. Вот эти очень дорогие, по 2,5 что ли. Самые верхние. Давай маленький, вот это слон. Да не хочу слон, не хочу слон. Хороший слон, проект. Прикольный, ну зачем? Кукла стыки, друг. Да мне не вон надо. Кукла стыки, вот это. Санде-манде. Да. Один. Санде-манде кукла. Да. Классная, класс. Хорошо проект. Не, ну мне не нужно уже. У меня no money. Not big price, you want like you. Good price. I show you 1 minute. Не, ну у меня уже no money. 1 minute. I show you. Не, no money. No. Спасибо. Не, no, не надо. А сколько how much магнит? How much? How much? 100 рупий. 50 рупий. Ты какой? Мне за 25 даже предлагали. Excuse me, посмотри. Нет, ноу. Да не надо мне, ты чё? Ты дома такой дом. Подожди. Куда мне дома? Ты чё? Ты друг, попутал что-то. Зачем у меня такой дом? Это дом такой, это друг, это зина девушка. Да у тебя дом такой, мне это зачем? Тебе такой.